Всем добрый день! Я, как всегда, рада всех видеть. И сегодня у нас начинается цикл видеообзоров «Квартира в ипотеку за 3,5 миллиона от Сбербанка». Что это значит? Это значит, что сейчас мы подбираем квартиру для наших клиентов за 3,5 миллиона для сдачи в аренду. Подписывайтесь на наш канал, и в этом плейлисте вы увидите все варианты, которые мы для них подобрали. Ну а вы досмотрите это видео до конца, и я покажу вам очень интересную квартиру за 3,5 миллиона рублей. Новый объект входная здесь установлена. Квартира площадью 40 квадратных метров. Сейчас вам покажу, как она распланирована. Значит, коридор. Санузел при входе справа. Ванная, в принципе, здесь раковина, унитаз. Все такое стандартное, простенькое. Так, дальше. Напротив гардеробная, хорошая, большая. Чтобы не делать лишних шкафов в комнате, не занимать места. То есть все поместится вот здесь. Прям хорошая такая гардеробная, большая. Дальше, значит, здесь зона кухни-гостиной. Кухня справа. Здесь все новое, в принципе. Кое-какие есть еще моменты, конечно, которые нужно доделать по мелочи. Но в целом уже, в принципе, понятно, что здесь будет. Здесь зона планируется под стол обеденный. Давайте сразу к окну подойдем. Очень тихое место, хорошее. Рядом река, остановка. Я сейчас выйду, покажу вам. Здесь вот выводы под кондиционер и для телевизора. И здесь вот небольшая спальня. В принципе, стандартная двухспальная кровать, две тумбочки здесь помещаются. И окно большое, панорамное. Здесь также выводы под телевизор и под кондиционер. Очень хорошая планировка, грамотная. И хорошая площадь, оптимальная. Ну и давайте я прогуляюсь, покажу вам территорию дома, подъезд. Статус здесь жилое помещение. Дом давно уже сдан. Здесь проходит ипотека Сбербанка. Эту квартиру также можно приобрести здесь. По документам все отлично. Вообще никаких вопросов здесь быть не может. Вот яблоки, пожалуйста, растут прямо в соседнем дворе. Вообще Мацеста, конечно, она уникальна своим и климатом, и тем, что это один из самых зеленых и самых тихих районов. Так, ну что, подъезд, в принципе, такой милый, чистый, аккуратный. Квартира на третьем этаже у нас находится. Здесь вот на первом этаже можно хранить велосипеды, самокаты, коляски. Тоже очень удобно. Территория дома вот такая небольшая, конечно, но она закрытая, охраняемая. Вот небольшая территория. С парковкой здесь тоже проблем нет. Сейчас выйдем, я вам покажу. И еще здесь один очень-очень приятный бонус. Это магазин «Магнит» прямо на первом этаже этого дома. Чем хорош район Мацеста? Здесь только 3 детских сада муниципальных. Школа, поликлиника, почта. То есть район вообще идеально подходит для постоянного проживания. Плюс сейчас здесь уже начано выполнение грандиозного супер-мега-проекта, который реконструирует набережную реки. И когда этот проект закончится, то на самом деле конкурентов в этом плане у Мацеста не будет. Так, смотрите, остановка вот она прямо возле дома, то есть через дорогу. Вот, пожалуйста, на первом этаже магазин «Магнит». И окна нашей квартиры как раз они вот сюда вот у нас выходили. По поводу парковки. Вот, пожалуйста, парковка здесь рядом. Места есть, свободно мы подъехали, припарковались. На Мацесте, в принципе, с этим проблем практически нигде нет. Коммуникации в этом доме центральные. Обслуживание 20 рублей за 1 квадратный метр. Какие еще здесь преимущества, да, у Мацесты? Ну, помимо того, что здесь, как я уже сказала, ровно, очень зеленый район, с хорошей экологией,
А до моря здесь не близко, то есть пешком, ну, я не знаю, наверное, минут 30 нужно будет вам идти, не меньше. Ну, отлично ходит транспорт, прям очень много автобусов, маршруток. Вот здесь у нас река, вот за этим заборчиком. И вот он, видите, пятачок. И вот наш дом. А также еще большим плюсом, на мой взгляд, является здесь большая-большая мацестинская ярмарка, на которой одни из самых демократичных цен в городе Сочи. Вот. Ну и плюс фермеры привозят, даже вот могу вам здесь показать на примере, да, допустим, там перец 65 рублей, кабачки 50, то есть, ну, очень удобно возле дома. Вышел и купил все, что тебе нужно. Цены, кстати, дешевле, чем в Сочи. Так, сейчас я доеду еще, покажу вам немного новую вот эту набережную, про которую я говорила. А до центра Сочи примерно 15 минут. Есть две дороги, как можно добраться до центра Сочи. Это по объездной и по Дублеру. Ой, вернее, по Курортному проспекту и по Дублеру. Смотрите, какой здесь классный новый сквер, прогулочная зона. Здесь причем очень много места, как и для велосипедов можно покататься, и просто погулять, и лавочки, и фонарики, и машину, если припарковать. Прям супер. Учитывая то, что в Сочи у нас в основном все так скучно, везде тесненько, все на горочках, то здесь, конечно, прям раздолье в этом плане. Это новый абсолютно сквер, здесь вот только-только буквально высадили эти новые деревья, новые цветы. Через 2-3 года здесь они уже приживутся и будет здесь еще красивее, чем сейчас. Вот такая Мацеста. Это, конечно, ее маленькая часть, которую я вам успела показать. Если вам интересно будет рассмотреть Мацесту более подробно, напишите мне под этим видео, и я обязательно сниму для вас ролик и расскажу именно о самой Мацесте, какие здесь есть достопримечательности, а их, поверьте, здесь очень-очень немало. Если вам интересна покупка квартиры в городе Сочи или понравилось данное предложение, которое я для вас сняла, оставляйте заявку, пишите, звоните, буду рада вашим комментариям. А также, если это видео было полезным для вас, не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, если вы этого еще не сделали. А с вами, как всегда, была Ирина, я всех была рада видеть. До следующего видео!